Последняя неделя конкурса «Рожденная побеждать» оказалась особенно насыщенной. На загородной базе проходили мастер-классы, фотосессии, постановка танцев и дефиле на колясках. Сегодня у нас один из важнейших этапов – это подготовка к фотосессии, сама фотосессия, фотографии пойдут в буклет. А буклет увидят у нас члены жюри на финале конкурса 16 сентября. Вообще я в своей жизни на профессиональном макияже ни разу не была. И сидишь вроде, да, тебе там что-то делают с лицом, потом когда ты смотришь в зеркало, ну это необычное такое ощущение, потому что я себя еще такой не видела. К челябинским участницам присоединились девушки из других городов – Тюмени, Сургута, Йошкар-Олы, Самары и Екатеринбурга. Всего в финале примут участие 34 конкурсантки. Мы приехали в понедельник, познакомились с организаторами, провели нам мастер-класс по одежде. И, как сказать, вчера была поездка у нас, сегодня у нас нас красят, делают прически. И, то есть фотосессия очень интересная. Мы каждый победитель, мы побеждаем в первую очередь себя, какие-то наши страхи преодолеваем, социализируемся и именно наравне с другими людьми. Это очень важно, я считаю. И самое только лучшее ожидание от этого конкурса, очень ждем финала именно, потому что много еще даже для нас остается загадкой, в каких мы будем нарядах, какие у нас будут прически, какие нас ожидают сюрпризы. Это все пока что призы тоже. Мы еще этого ничего не знаем, поэтому прям очень-очень ждем. Финал конкурса состоится в конце недели, и уже в следующем выпуске Beauty Time мы расскажем, как все прошло.